Еще с утра на площади у кинотеатра «Искра» стали собираться видновчане и гости нашего города. Здесь развернули праздничные мероприятия, где все желающие пели и танцевали, участвовали в различных мастер-классах и конкурсах. Окунуться в веселую атмосферу пришли целыми семьями. Хозяйка Артемона из Буратино. Мальвина, умничка. Пока ребята проверяли свои знания сказок, взрослые вспоминали историю нашего города, его первостроителей. Интересных занятий на празднике хватало всем. Можно было поучаствовать в беспроигрышной лотерее, смастерить поделки своими руками и даже полюбоваться доспехами средневековых рыцарей. Очень хороший праздник для детей, много интересных развивашек. Дети счастливы и довольны. Ты любишь наш город, Ирина? Да. А какую? Он интересный, у меня много приключений. Особый аншлаг был у столика, где рисуют песком. Дети с азартом и полные вдохновения принялись творить. Высыпаем в тарелочку, оставляем. Они сейчас будут сыпаться и все закрасить, не переживайте. Сыпаю прямо аккуратненько. Так вот чудесно. Необычная, но вместе с тем простая техника позволяет отлично передавать задумки юных художников. А тем временем на сцене зажигали творческие коллективы из разных уголков Ленинского округа. Постепенно людей на празднике становилось все больше. Настроение вообще очень замечательное, концерт шикарный, дети молодцы, очень талантливые. Очень веселая атмосфера, поздравляю всех жителей города Видного. Желаю городу продолжать развиваться. Весело и шумно было и в Расторгуевском парке. Здесь также организовали различные мастер-классы и увлекательные конкурсы. Кульминацией праздника стал вечерний салют на стадионе «Металлург». Любимый город, с днем рождения! Екатерина Коваленко, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.